Ну как тренировка? Нормально. Мне ноги трясутся. Ноги трясутся, это же хорошо. Ева, что как тебе? Водичка вкусная? Очень. Вкусная? Мелка, что ты как? Рада, что тренировки начались? Да. Да? Да. Молодец. Закончилась тренировочка у нас. Вышли у нас три команды, которые нам основные, взрослые. Это девочки 2006-2007 года рождения команды победителей республики. Пацаны этого же возраста и старшие наши спортсмены и спортсменки. Эта неделя у нас втягивающая. Один раз в день тренируемся. Одна тренировка в день будет. Утром. Сегодня мы побегали, вспомнили, где у нас ноги, где у нас руки. Немножко на улице их пробежали, там пару километров в зале поперемещались. Сейчас порастягиваемся. Эту неделю втягивающий цикл, втягивающий. Следующей неделе две тренировки в день начинаются. Так у нас прошел первый день. Ждем остальных, кто у нас еще не доехал из лагерей. Тяжело собрать в первые дни всех. Это же не профессиональная команда. Дети, июль, все хотят отдыхать, все в отпусках. Родители на морях с детьми. Ну или в лагеря от папы отправляют. Ждем еще человек 5, 7, 10 должно, ну я думаю, 10 человек там должно добавиться. В общей сложности это человек 30-35. На нас двоих с Дианой Ренатовной на лето, я думаю, будет достаточно. В сентябре придут все остальные молодежь наша. Это первые и вторые классы, которых здесь нету, которым еще пока рано к чему сильно готовиться. Они все в основном в лагерях. И уровень подготовки у них совсем другой чуть-чуть. Ну, с нами еще тут тренируются всякие, которые в Калугу никак уехать не могут. Или его поперли, или он сам. Ну ладно, молодец, что пришел. Опыт подогнать, ну, молодой. Работаем, тренируемся.